познакомимся с гостем. Сделай салют. Не, я туфель буду красить. Ну, тоже проще. Значит, туфель будет красить, и она Григорьевна. Значит, все обратите внимание, все, кто хочет присоединиться к процессу, Светлане Григорьевне прошу обращаться. Она хочет аплодисментов, гляньте. Но все покушают, Светлана Григорьевна, а когда вы украдете туфель, тогда мы будем выяснять ситуацию. Хорошо? Анечка, поставь его, пожалуйста. В школе три культовых предмета: физкультура, музыка и рисование.
Да. Так вот, однажды злая тетя учительница по культовому предмету музыка поставила Алёше 2. Думаете, не горько было директору школы, что лучшему ученику поставили 2 по музыке? Слава Богу, Костя, но это еще не все. И однажды ваш сын вырос. А теперь я хочу, чтобы все подняли руку девушки, которые не замужем. Так, девочки, это ваше счастье, пока радуемся, девочки. Вот. Хочу обратиться к вам, девушки. И однажды мальчик вырос окончательно и в жены взял самую очаровательную, самую замечательную, самую красивую, самую умную Анечку. И теперь, гости, я вас серьезно спрашиваю, не горько ли было нам, незамужним девушкам, что замуж он взял не нас, а именно Анну? Горько нам было, гости, или не горько? Ты согласна? Да. Аплодисменты, Аня!
задача. Представь себе Эдемский сад. Эдемский сад. Значит, вы будете райскими кущами, уважаемые гости. Значит, как только я скажу слово «райские кущи», значит, все ручки вверх поднимаем и начинаем шелестеть. Мам, боже, какая хорошая девушка. Боже, дядя, подать. А вторая какая тоже. А мальчик какой хороший. Так, репетируем. «Райские кущи». Все, спасибо, хорошо. Господи, я лучше растений не видела. Да? Не поверите, получаю удовольствие от происходящего. Давно не было. Но тем не менее, значит, представь себе ночь в Эдемском саду. Райские кущи спят тихо, спят райские кущи. Райские кущи спят. Ты тоже спишь? Спи. Не, ручки под щечку. И храпеть умеешь? Ложись спать, да. А ты такая, знаешь, такая, тебе что-то снится, так глазки закрой. Девушки, приличные девушки спят с закрытыми глазками. Ты очень приличная. Значит, ты будешь так, знаешь, ты будешь так вот это спать, и так нет. Он такой, а ты понятно, да? Подавай, репетируй. Да ты ж не храпишь, ты так знаешь, от удовольствия такая. Ой, нет. Ой, а ты будешь говорить, ой, если он будет храпеть, а ты будешь говорить, ой, есть, да? Так, репетируй. Ближе стань, а то мне так далеко бегать. Значит, репетируем. Он храпит, ты уес. Он храпит, ты уес. Сейчас бомба будет, я вам отвечаю. Поехали. Ночь в Эдемском саду. Ну да. Вау. Она правильно, да, первая сцена прошла, это самое нормально. Потом я говорю, наступило утро. Ты подтягиваешься. Подтягиваешься. Видишь, подожди, я с ними поработаю, потом с тобой. Потом, значит, видишь невесту, ой, то есть Еву, протягиваешь ей навстречу руку, так и говоришь, о, Ева, доброе утро. Давай порепетируем. Утро в Эдемском саду. О, Ева, доброе утро. А ты, доброе утро, Адам. Так, знаешь, так, доброе утро, Адам. А можно по-своему? Можно по-своему, конечно. Можно еще немножко Ева, просыпайся, завтракать пора. Ева, просыпайся, завтракать пора. А ты ему... Ну еще немножечко. Так, такого не было еще ни разу. Ну, но мне вообще импровизация нравится, прелесть. Я буду использовать в дальнейшей работе. 10% моим со следующей свадьбы. Вот, а ты такая... Не, я не понял. Ну давай так. Я не понял, ты думаешь вставать или нет? Ага, здравствуй, Адам. Милый мой, ты что, не любишь? Да любит он тебя, любит. Так, все. Здравствуй, Адам, все, понятно, да, все, что делает? Нормально, все. Хорошо, все. Пусть. Я поняла, так пусть будет хорошо звучать. Так, кто мне подскажет, кто еще жил в Эдемском саду, кроме Адама и Евы? Я! Павел, ты тут один? Нет, нас двое, но он остался там. А он? Ну ладно. Значит так, слушай меня внимательно. Как только ты услышишь, а в это время полный змей искуситель сорвал последнее яблочко с крупкой яблоки и преподнес Адаму и Еве. Молодец! Боже, без репетиции, аплодисменты! Да, ну и понятно, что ты понял, да? Значит, тут еще я так предлагаю, вообще обычно, да, обычно роль крупкой яблоки в этой ситуации играю я. Гости, вы пейте, тут еще минут 15. Вот. Но молодой человек, который пытается налить бокал, да. Молодой человек, я вас приглашаю на роль хрупкой яблоки. Аплодисменты молодому человеку. Ромочка, какой, значит, Рома, у вас будет центральное место в эпизоде, прошу вас вот здесь. Значит, вы будете хрупкая яблонька, вот. Она была красивая яблонька, так, и, значит, веточки поднял веточки. Вот не надо трепыхаться, там еще ветерка нету, все нормально, так все, замер, ты понял, да, нужно руки не сдавать. Значит, на тебе будет одно яблоко, вот такое. Вот, твоя главная задача, это яблоко сорвать и с шипением преподнести Адаму и Еве, ты понял меня? Не вопрос. Понял, да, все, начинаем, пока все спят. Так. А яблонька отдает яблочко? Ну, для остроты ощущений предлагаю сразу не отдавать. Тихо, не надо же наши последние шипчики. Только, мальчики, не побейтесь, чтобы это все осталось так, как реквизитик. Нужно в порядке. Все готовы, так? Ночь в Эдемском саду. Все спят. Я желаю отдавать это.
Я, да. Что, опять? Что, опять? Не приличный вечер. Утро в Эдемском саду. Первыми проснулись райские кущи. Потом проснулся Адам. Доброе утро, Ева. Адам. Доброе утро, Адам. Доброе утро, Адам. Субтитры украинской мовы. Добрый ранок. Ханы. Да, вот так. Ну, например, так. Третьей проснулась хрупкая яблонька. И, наконец-таки, позевывая. Я. Проснулся змей-искуситель. Змей-искуситель проснулся незаметно. Подполз к хрупкой яблоньке. Боже, что делает? Ужас какой-то, все, что осталось. И, наконец-таки, яблонька пала жертвой змея-искусителя. Змей-искуситель... Тихо, тихо. И змей-искуситель преподнес яблоко Еве... Сядь, ты красиво сидел. Молодец. Еве и Адаму преподнес с шипением. И замер. Так ты будешь стоять 10 минут. Значит, друзья мои... Друзья мои, всю жизнь считалось яблоко плодом раздора, ну, правильно, по библейской легенде. Сейчас наши молодые докажут, что яблоко это плод любви. Поэтому, Алексей, ты вынимаешь шип, отдаешь ему, этому подлому змею-искусителю, ну, зубы можешь отдать ему, у него там зубов достаточно, и говоришь, Анечке, доброе ласковое слово, а ты вынимаешь второй шипик, только в ласки не колите змея, вот, и отдаешь ему, а райские кущи в это время очень хорошо шипят тоже, очень хорошо, и тоже ему отвечаешь, хорошо, добрым ласковым словом, Аня, добрым и ласковым, Леша, поехали. Любимая моя, райские кущи. Давай по драгоценным металлам. Золотко. Солнышко мое, вставай на работу, деньги зарабатывать пора. Яшка моя сумасшедшая. Тихо. Тихо. Молодец, ну. Драгоценный мой. Какой хороший мальчик. Алмазик мой. Хочу. И золотце мое. Золотце мое. Ну что ж, друзья мои, аплодисменты нашим молодым. Подожди. Змей-искуситель был с позором изгнан из Эдемского сада. С позором изгоняем. Что ты делаешь? Изгоняй с позором. Давай, пошел. Иди. Яблочко. Змей, яблоко. Ой, Вадик, иди сюда. Под аплодисменты зрителей. Змей возвращается. Яблочко нам. Друзья мои, я от вашего имени хочу вручить нашим молодым вот это яблоко, как символ любви их семьи. Возьмите его, держите. Если вы когда-нибудь разучитесь говорить добрые, ласковые слова друг другу, обязательно включите эту кассету. Посмотрите, как вы сегодня говорили друг другу, как вы радовались. Я думаю, что даже через 150 лет вы сохраните вот это замечательное чувство, которое называется любовь. А сейчас, уважаемые дамы и господа, я хочу, чтобы вы аплодисментами поприветствовали главную героиню фильма «Еву». Замечательного главного героя Адама, который ведет ее на место за столом. Веди.